Ваше Величество, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, для меня действительно большая честь вручить почетный знак лауреата Государственной премии России королю Испании Хуану Карлосу I. Лауреатами премии в области гуманитарной деятельности становятся люди, которые не нуждаются в представлении. Их дела говорят сами за себя. Это яркие, выдающиеся люди. Они внесли действительно огромный вклад в продвижение нравственных и гуманистических идеалов. Все это в полной мере относится и к вам, Ваше Королевское Величество. На родине вас знают очень хорошо. Вы король Испании, вы являетесь символом национального единства. Такое уникальное доверие вы заслужили преданностью интересам государства и приверженностью высоким идеалам европейской культуры. Вы всегда были внимательны к людям, к их заботам, к их нуждам. И многие в вашей стране действительно считают, что король знает их проблемы, как никто другой. В России вы пользуетесь огромным уважением, Ваше Величество. Мы отдаем должное вашим успехам в гуманитарной сфере, а также поддержке народной дипломатии, которая помогает гражданам лучше узнать и лучше понять друг друга, избавиться от стереотипов, строить совместные планы. Своей многогранной деятельностью вы реально способствуете укреплению взаимопонимания и доверия между народами. Знаем вас как убежденного сторонника интенсификации контактов и гражданских обществ, и граждан наших стран между собой, деловых кругов. Символично, что сегодня вместе с вами в Москву приехала и представительная делегация испанских предпринимателей. Всегда рада видеть вас в нашей стране как дорогого гостя и настоящего друга России. Позвольте еще раз поздравить вас, Ваше Королевское Величество, с присуждением Государственной премии Российской Федерации. Позвольте пожелать вам лично, членам королевской семьи и всему народу Испании успехов и всего самого доброго. Благодарю вас за внимание.